напугала. Давно бы уж свадьба была, господи боже мой. А хочешь, я договорюсь и в следующий раз вместе поедем? Привет. Он думает, я предатель. Что ты себе позволяешь, Нестеров? Ты какого разболтал про эти сделки с вертолетами? А что он, собственно, такого там сделал? Насколько я знаю, он рисковал своей жизнью ради тебя. Просто ему не доверяю. Я нашел покупателя. Начал общаться с бандитом? Где автоматы Калашникова? Советского Союза больше нет. Теперь можно зарабатывать много денег совершенно законным способом. Ты что-нибудь слышал о программе «Нефть в обмен на продовольствие»? Ты не представляешь, какие там объемы. Хотя что, в России нефти мало? Это совершенно другой уровень. Вы посмотрите, здесь каждый был не меньше десятка человек. Хотя, может быть, вас это не смущает? Просто мы с тобой живем разными жизнями. Я так не могу, мне тяжело. Ты меня сейчас бросаешь таким образом? «Трейдер» – премьера многосерийного фильма. С 15 мая на Первом. Ты понимаешь, что ты наделал? Ведь как ты столько лет не видел перед своим носом американского шпиона?